Умершие были покрытыми миллионами паразитов, лежали штабеля незахороненных ленинградцев. Не такой русский солдат, чтобы убивать мирных людей. Война закончилась, бери шинель, пошли домой. Федор Иванович. Место рождения. Ленинградская область, Славкинский район, деревня Евсейково. Военное звание. Рядовой. Должность. Корректировщик огня. В рядах рабоче-крестьянской Красной Армии. Состоит с 1942 года. Я, Иванов Федор Иванович, родился 18 февраля 1925 года в глухой деревушке Евсейково. У нас семья была такая, нас четыре брата. Отец – участник русско-японской, а затем Первой мировой войны. Вернувшись с фронта, тяжело болел, 56 лет, в 36 году скончался. Остались мы с матерью. Братья все уехали в Ленинград. После школы в 1940 году я по приглашению старшего брата Александра приехал в Ленинград и поступил в 6-е ремесленное училище, специальности ткаря, слесаря и прочее. Был солнечный воскресный день. Наше училище в полном составе собиралась идти на экскурсию. На углу Новочеркасского проспекта и Республиканской улицы был на стенке прикреплен оповещатель. Председатель Совета министров Молотов объявил о начале Великой Отечественной войны. На нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством. Мы сразу же вернулись в училище, вырыли траншеи вокруг училища, поскольку здание только двухэтажное, бомбоубежища не было. Нас направили на оборонные работы севернее города Гатчина, где мы вместе с ленинградцами рыли противотанковый ров. Это продолжалось в течение месяца. Затем, по мере приближения фронта, нас эвакуировали в город Ленинград. С каждым днем уменьшался паёк продовольственный, и уже в конце октября начался голод. Ремесленники, проживающие в общежитии в двухэтажных бараках вокруг основного здания, были лишены воды, света, отопления, и началась поголовная смертность. Однажды комендант общежития встретил меня и говорит: «Товарищ Иванов, подберите еще ходячих четверых человек, и надо вытаскивать умерших с общежития и везти на Оксинское кладбище». Крючками и ремнями за шею, поскольку умершие были покрытыми миллионами паразитов, мы вытаскивали
Одного сумели мы, не зная каким образом, довести до Охтинского кладбища. Там мы увидели страшную картину. Лежали штабеля незахороненных ленинградцев. Остальные же мы складировали в погребе, где летом хранились овощи. В городе замерз водопровод. Враг артиллерийскими снарядами обстреливал жилые дома. В городе возникали пожары. Пережили мы страшную зиму 41-42 года. И 10 марта 42 года нас погрузили, оставшихся небольшое количество живых, на машину, привезли на финляндский вокзал, затем погрузили в вагон, привезли на берег Ладожского озера и через дорогу жизни нас довезли до города Тихвин. Там нам погрузили в товарные вагоны, покрытые инеем, и на деревянном настиле мы в течение 25 дней следовали в город Бийск Алтайского края. По пути тоже умирали ребята, потому что, получив паёк на 3 дня, некоторые сразу же его съели. Началась неудержимая диарея, и поэтому они умирали. Пришлось нам на ходу их выбрасывать. Прибыв в город Бийск, около месяца нас достаточно по тем временам нормально кормили, а затем распределили на работу. Когда началась уборочная кампания, я стал помощником комбайнера. В августе 42 года комбайнера 24 года рождения призвали в армию. Мне директор приказал принять комбайн, хотя я его всего практически видел 2 дня. Но больше было некому, и мы к этому моменту все мужчины в селе уже находились на фронте. Комбайнер Яков Дмитриевич Назарчук скоро уезжает на фронт. Со спокойным сердцем он оставляет свой комбайн. Его место готова занять жена Анна Ивановна. В декабре 42 года началась мобилизация 1925 года рождения. Нас провожало все село. Местные ребята, имеющие там родителей. Родители плакали. К тому моменту уже многие получили похоронки. Меня, как имеющего 7-летку, к тому времени многие имели всего 4 класса, направили в Барнаульское военно-пехотное офицерское училище. Там нас учили 6 месяцев, а в конце июля в курсантских погонах, не дожидаясь окончания обучения, направили под Белгород и Курск, где, как вы знаете, было грандиозное сражение. Курская битва – одно из крупнейших сражений Второй мировой войны, которое продолжалось с 5 июля по 23 августа 1943 года и завершилось победой Красной армии. С обеих сторон в сражение было вовлечено более 4 миллионов человек, свыше 69 тысяч орудий и минометов, более 13 тысяч танков и САУ, до 12 тысяч самолетов. Советские войска разгромили 30 дивизий противника, потери которых составили свыше 500 тысяч человек, 3 тысячи орудий и минометов, более 1500 танков и штурмовых орудий, свыше 3700 самолетов. За мужество и героизм, проявленные в боях на Курской дуге, свыше 100 тысяч воинов Красной армии были награждены орденами и медалями. 231 человек удостоен звания Героя Советского Союза. К нашему приезду уже наши войска двигались вперед, подчас даже без артподготовки.
через 10-15 дней, я сейчас не могу помнить, я получил ранение и оказался в госпитале под Харьковом. После выздоровления, это уже в начале сентября 43-го года, мы оказались за Днепром 116-й стрелковой дивизии, которая расширяла плацдарм. В артиллерии потребовались пополнения в артиллерийской разведке, так называемой, корректировки огня. Однажды мы захватили немецкие траншеи. Я вместе с напарником стали переоборудовать ячейку в сторону немцев. Наступила ночь, хотелось есть. Я говорю, слушай, я отлучусь, вот здесь рядом немецкий блиндаж, возможно, там какое-то есть пища. На минуту я отлучился, в это время влетела мина. Выскочил я, мой напарник был смертельно ранен и на моих руках умер. Сзади шла какая-то команда похоронная, и в тех же траншеях, в тех окопах их и закапывали. Никто там на кладбище не возил. Нас перебросили на левый фланг, и началось наступление. Первый день наступления нас сопровождали 3 танка. Была артиллерийская подготовка. Танки были подбиты немцами. Командир взвода сказал, беги в тыл, где там командование, проси огня. Я дважды бегал, первый раз мне наганом преградили, и второй. Вперед никаких, однако, в конце концов, начали артподготовку небольшую. Мы тогда бросились в атаку. Да, кстати, когда я поднимался во весь рост, я был единственной мишенью. Рой пуль вокруг, но ни одна пуля почему-то не задела меня, на удивление. Приблизившись к окопам, боясь поражения своих уже снарядов, мы залегли. И в этот момент мне осколком ударила височную часть головы. К счастью, осколок уже потерял силу, и я получил только ожог и небольшую контузию. Вот такой был второй эпизод, когда мне какая-то сила меня спасла от гибели. Из приказа о награждении. От имени Президиума Верховного Совета Союза СССР награждаю медалью за отвагу минометчика 50-миллиметрового миномета 8-й стрелковой роты рядового Иванова Федора Ивановича за то, что он в наступательном бою за курган западней деревни Млинок Ануфриевского района Кировоградской области 15 ноября 1943 года огнем из своего миномета не давал противнику вести огонь по нашим наступающим подразделениям, чем способствовал выполнению боевой задачи, уничтожив при этом 8 немецких солдат. Командир 441 стрелкового полка подполковник Соболев 29 ноября 1943 года. Заняли мы село. Нас уже оставалось в пределах 40 человек, потому что каждый день оставались убитые и раненые. Впереди села, где остановился штаб и кухня, примерно 300-500 метров мы вырыли каждый себе окоп. Я в то время сильно заболел, простудился. У меня поднялась большая температура. И в таком случае нас направляли на кухню помогать повару. Я ушел на кухню,
А ночью немцы, учитывая, что не было сплошного фронта, а солдаты все уснули, потеряв бдительность, и руководство это виновато, практически всех перестреляли. Каждый в своем окопе. Вот, опять я вот уцелел. В украинских селах, там, где не было боев, очень много оказалось мужчин призывного возраста. Мы их обучали в течение примерно 3 недель, а затем нас опять вывели на передовую. Непонятно, почему командование днем нас повели на передовую. В это время немец обнаружил наше движение и открыл ураганный огонь из минометов. Земля была замерзшая, невозможно было окопаться. Командира взвода ранило тяжело в живот. Мина у нас разорвалась в 2 метрах. Меня в какой-то степени спасла шапка-ушанка. Осколок, потеряв силу, ударил в голову. Я получил ранение и тяжелую контузию. Это было в конце января 44 года. Я был направлен в госпиталь. После выздоровления, к счастью, меня направили в артиллерию на должность корректировщика огня. 97-ю артиллерийскую бригаду резерва главного командования, 222-ю артиллерийскую дивизию. Мы переместились в Румынию 20 августа 1944 года. Началось грандиозное наступление. Румыны после артподготовки без всякого сопротивления все сдались. Мы их даже не брали в плен, а говорили, куда им идти. Эти горе-вояки воевали под палкой немцев. Но оставалось много очень войск немецких, 22 дивизии. Они яростно сопротивлялись. Они оказались в кольце. Весной 44 года вступил советский солдат на румынскую землю. Скоро его встретят города и селения многих стран Европы. Встретят как вестника свободы, как друга и брата народов. Однажды мы прибыли в одно село, там уже стояли 4 «Катюши» и наш дивизион. Не успели мы подняться, там уже начались предгорье Карпат, подняться вверх и наладить связь, увидели, как со стороны лощины, примерно в километре, движется несметное количество немцев, которые вырывались из окружения. По ним мы открыли огонь. Ну, представляете, что такое «Катюши» 4, да еще у нас снаряд 42 килограмма весит. Вся эта выходящая колонна была разбита. И нам сказали, желающие идти собирать недобитых. Вот мы пошли туда. Но удивление, что среди пленных, которые выходили, дрожали все, боясь, что мы их будем убивать, оказались австриец один, чех и поляк. Вот такие дела. Значит, на стороне немцев не только их союзники были, но и добровольцы с оккупированных стран. Какая судьба солдата, особенно пехотинца. Все время он под угрозой смерти и неустроенный быт. Месяцами неумытый, плохое питание, там старшина рано утром и вечером, если в обороне, приносил в термосе и в грязный котелок наливал
какой-то там, вот. Мало было и воды, и рядовые спали на ходу под чистым небом. Я вот один раз только заболел, так я не болел ни разу. Но мелкие заболевания, там же никто не обращал внимания. У меня дважды рвались мины на бруствере, а я в окопе. Я по несколько дней ходил оглушенный, ничего не соображал, но никуда я не обращался. Там на эти мелочи никто не обращал внимания. Шестнадцатого апреля 45-го года началось наше наступление в сторону Берлина. Столько оказалось нашей техники, буквально на каждом шагу было орудие, танк и так далее. Но нам противостояла тоже мощная оборона. Миллион солдат обороняло Берлин. В течение 3 дней мы только вели упорные бои. И 20 апреля вступили в предместье Берлина. В процессе боев мы, разумеется, заходили в полуразрушенные дома, в подвалы, где скрывалось мирное население. Нас с дрожью встречали и раболепием, полагая, что мы их будем убивать, как их убивали их мужья и сыновья. Однако не такой русский солдат, чтобы убивать мирных людей, тем более мы и пленных никогда не убивали. И вот наступил самый триумфальный день для нашей Красной Армии. Накануне нам объявили 1 мая, что немцам предъявлен ультиматум. Если он не сдастся 2 мая, то все должны пойти в атаку, независимо, кто ты, связист, корректировщик огня и так далее. Мы утром, конечно, ночевали по очереди, там спали. Удивились тишиной в Берлине, ни одного выстрела. И видим, как со стороны противника оживление. Немцы улазили из подвалов, бросали оружие, построились и с белым флагом впереди проследовали мимо нас на сборные пункты. У них такая дисциплина, они знали, куда идти сдаваться. Война закончилась, бери шинель, пошли домой. Ну, значит, радость была ясная, неописуемая. Тем более мы уже знали, что раз мы Берлин взяли, значит, уже все, конец ему. Мы уже были, как говорится, уверены, что мы остались живы. Мать говорила, она была сугубо верующая, сынки, я всю войну за вас молилась. Поэтому мы все остались, на удивление, живы. Хотя вот нас трое воевали. Я хочу сказать, чтобы наши теперешние защитники Отечества хранили традиции своих отцов и дедов. Зорко стояли на наших границах и с честью оберегали спокойную жизнь российских граждан.